Первое слово основателю гимназии, директору Эврики, заслуженному учителю России Галине Григорьевне Филипповой. Прошло всего 20 лет, а столько сделано. Но самое главное, этот замечательный праздник послужил поводом встретиться многим учителям, тем, кто начинал 20 лет назад. Гимназия «Эврика» является ассоциированной школой ЮНЕСКО. За 20 лет работы становилась победителем Всероссийского конкурса воспитательных систем, лауреатом конкурса «Лучшие школы России» и других конкурсов. Это то учебное учреждение, где под руководством руководителя растут, обогащаются знаниями преподаватели, которым созданы все условия для того, чтобы было гармонично развита личность учителя. В гимназии обучается более 540 учащихся, работают 56 учителей. 7 из них – победители Всероссийского конкурса «Лучший учитель», 4 кандидата педагогических наук. Лучшим из лучших в торжественной обстановке вручены грамоты управления образования. А самое желанное признание педагоги получают от благодарных учеников. Каждый пятый выпускник «Эврики» – медалист. В гимназии можно получить хорошее образование, ведь из гимназии вышло очень много хороших выпускников, которые сейчас живут не только в России, но и за пределами нашей страны. Также еще много есть педагогов и из гимназии. В принципе, гимназия – это отличное образовательное учреждение. Мне нравится в гимназии, когда у нас ежегодно проходят балы. Мне нравится, что каждый класс подготавливает очень долго свои номера, как мы тоже подготавливаем, потом показываем их. Еще мне нравятся разные праздники, которые проходят у нас в гимназии. Например, недавно проходил День матери, который мне очень понравился. Мне очень нравится учиться в этой гимназии. Хорошее образование, тут можно научиться всему многому там. Мы любим тебя, Эврика! За 20 лет гимназию окончили 550 выпускников. Благодарные ученики помнят первых учителей, тех, кто стоял у истоков организации этого общеобразовательного учреждения, одного из самых лучших сегодня в Анапе, о чем говорят результаты учебно-воспитательного процесса и лучшие в городе-курорте показатели ЕГЭ. Ветераны гимназии в числе почетных гостей. Балы в Эврике, гимназии гуманистического типа, проводятся ежегодно в день рождения Альма-Матер. Но этот год особенный, юбилейный. Гимназисты и преподаватели специально пошили одинаковые костюмы и платье. Бал получился грандиозным. Первоклассники дали клятву гимназиста. Вы верно строите гимназистов, оправдать высокое доверие Родины, открывшую широкую дорогу к знаниям. Клянемся! Показали усвоенные знания светского этикета и блистали в классических танцах старшеклассники. Успехом разменяла третий десяток вечно юная гимназия «Эврика». Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа регион.